Друзья, всем привет! Меня зовут Женя, вы находитесь на моем канале о творчестве. Я очень рада, что вы ко мне сегодня заглянули. Меня очень давно не было на канале. Я знаю, что даже некоторые успели соскучиться. Мне в первый раз за 2 года блогерства написали, что где вы? Мы соскучились, Ольга, спасибо. Я помню, я шла на море, прочитала комментарий, было очень приятно получить такое сообщение. Прям... в первый раз так волнительно и трогательно, что меня потеряли на канале. Но, в общем-то, я возвращаюсь после долгого продолжительного молчания, и у меня есть несколько творческих новостей, о которых я вам сейчас буду рассказывать, все показывать. Я снимаю это видео уже второй раз, потому что я в начале июля сняла видео о готовых работах. Но потом я поняла, что я кое-что забыла, кое-что не рассказала. Потом у меня добавились еще новости, и я решила переснять. Кроме творческих новостей есть домашние и бытовые. Огромное количество новостей для влога, но я их сниму позже. И это будет уже совсем другая история. А сейчас мы с вами поговорим о готовых работах, процессах и планах. Впереди, конечно, еще... есть немножечко июля, и я думаю, что для июльского ролика тоже найдется о чем поговорить. А сейчас поговорим о июньских работах. Июньские работы, одна из, это работа для сына. Впереди холодный сезон, и нужно было обновить свитер с горлом. Свитер с горлом у нас в гардеробе это незаменимая вещь, которая позволяет не надевать шарфик или забыть шарфик. Вот, поэтому... вот. Свитер с горлом для нас это просто спасение, потому что если ребенок не хочет надеть или потерялся шарфик, забыли шарфик, то можно обойтись и без него при помощи свитера с горлом. Этот свитерок связан из остатков пряжи, остаток от моего джемпера, слонимский меланж от Ирины Петровской. Я вязала себе джемпер, и от 500 грамм у меня осталось где-то грамм 170. В общем, на этот свитер ушло 153 грамма. Вязала по описанию моей подруги Любы. Это реглан сверху с ростком. К описанию я добавила только высокое горлышко, да, и ложную кетлевку, потому что я хотела, ну, вот именно такого внешнего вида. Так, лицевая гладь, ничего лишнего, и только для того, чтобы различать перед и зад изделия, я добавила термоаппликацию, да, потому что малыш в этом году идет в садик на полный день, там придется одеваться, раздеваться, и для того, чтобы было удобно и ему самому, и воспитателям, и папе, который тоже будет забирать и приводить, чтобы им всем было удобно различать. Я-то, конечно, различу, но им-то тяжело понять, где перед и зад, если нет четкого ориентира. Вот, термоаппликация спасет мир. Вышивать не хотелось на вязаном изделии в этот раз. И я добавила термоаппликацию. Ну, погоди, волк и заяц, все прекрасно. Теплый, тут 30% шерсти, 70% акрил, но это очень теплое изделие. По своему джемперу знаю, и это очень износостойкое изделие. Обзор на эту пряжу есть на канале, его можно стирать в машинке со всеми вещами, хоть с джинсами, хоть там на всех оборотах отжима, и оно практически не закатывается. Да, конечно, с нескольких лет носки образовываются катышки, но я думаю, что эта вещь, конечно, не на несколько лет носки. Вот, хотя бы на год хватило. Ну, в общем-то, такая вот вещица. Откладываю, потому что жарко. Жарко разговаривать о полушерсти. Итак, это была первая работа. Потом, давайте по готовым работам пройдемся, а потом уже к процессам. Одна из готовых работ – это иконка. Иконка Евгении Римской. Это святой покровитель, да, моего имени, в честь которого меня крестили. И я решила себе вышить такую иконку. Вот сложила ткань, чтобы поудобнее, интереснее было, выглядело. В общем, вот такая иконка от фирмы Панна. Я так хотела вышить эту икону себе, что купила набор дважды. Первый раз, когда я была беременная. Потом шли месяца, я про него забыла. И в прошлый день рождения я купила себе еще один набор. А после переезда, разбирая сумки, я обнаружила
Два набора. Да-да. Ну, в общем, ладно, два не ноль, уже хорошо. Ну, в общем, один вышила. Вышивку брала на море по чуть-чуть, понемножку, вышивала, где-то за неделю с вышивкой справилась. А на самом деле здесь на 2-3 дня работы, если плотненько сидеть и вышивать. Бисер ровный, очень классный, упанный вот в этом наборе. Прям бисеринка к бисеринке, и все очень-очень ровно укладывается. Но в наборе мне не понравились нитки мулине от Гаммы, самые обычные и простые, но они так быстро протирались и рвались, что работать с ними было крайне сложно. Возможно, мне просто не повезло с партией тех ниток, но работа, тем не менее, получилась вот такая красивая. Работу буду оформлять сама в рамку, которую купила в Леонардо. Она стоила где-то около 300 рублей, то есть даже 280 или 290, то есть это, ну, не самая дорогая, ну и не самая дешевая рамка, но тем не менее выглядит она очень красиво. Рамка с окошком 8,5 на 11 сантиметров, да, размер окошка. И как пишет Панна, размер готовой работы у меня тоже 8,5 на 11 сантиметров. И вроде как должно совпасть как пазл. Но пазл не совпадает. Моя работа на немножко меньше, поэтому мне предстоит взять остаток бисера. У меня здесь приличное количество еще осталось. Остаток бисера возьму и вышью с каждой стороны по еще одному ряду, да, повторив последний ряд, да, самые вот крайние ряды. Я буду повторять и вышью еще по рядочку. После этого буду оформлять, иначе у меня по краям будет белая каемочка, которая, ну, не очень красиво смотрится. В общем, вот такая вот история. Я не знаю, где произошел провал века, но, в общем-то, нужно будет доделать. Рамочки у меня таких две, потому что год назад я для сына вышивала тоже икону, да, в честь святого покровителя. И, в общем, я решила их оформлять одновременно, поэтому две рамочки одинаковые. И предыдущую работу, да, икону Дмитрия Донского я тоже буду доделывать, обшивать бисером еще по одному ряду. Надеюсь, что у меня остатки бисера того остались. В общем-то, вот такие вот дела. Я брала на море эту вышивку. Ну, справилась я с ней очень быстро и взяла Сашину работу. У него оставался набор для выкладки, алмазной выкладки, вот такого магнитика, размер 10 на 10, фирму я не помню. Наверное, это «Цветной мир ярких идей», но это не точно, потому что этикетку я выкинула еще в Анапе, а записать не записала. Ну, в общем-то, это магнит алмазной вышивкой 10 на 10. У нас такой же висит уже больше года. Сын его периодически берет и с ним играет. Ни один стразик не откололся, не отвалился. Я решила заполнить пустоту своего творческого, да, молчания алмазной вышивкой. Вот. Выложила вот такой магнитик с котиком, который отправится на холодильник. У Саши тоже идет алмазка, он выкладывает огромнейшую картину, 90 на 60 сантиметров. Работа идет достаточно медленно, но он над ней работает, поэтому я думаю, что скоро он покажет вам готовый результат. Картина очень классная. Работа сложная, но картина классная. Так, по готовым работам у меня все. Теперь перейдем к процессам. Процессов у меня на самом деле три, но покажу два, потому что один процесс, там показывать нечего. Я начинала вязать крючком игрушку. Это маленький бегемотик. Но мой кот, мой любимый Бусь, прокусил мне палец, откусив кусок ногтя. И я не могла вязать. Поэтому там одна единственная головешка, показывать нечего. Покажу уже, когда будет готовая работа. Так как он мне прокусил палец и вязать я не могла, я вышивала. И вот что у меня получилось. Это Ассоль, фирма Золотое Руно. В этой вышивке 10 фрагментов. Один фрагмент я вам уже показывала когда-то давно. Это вот этот вот кусочек с замком.
И я закончила второй фрагмент, фрагмент с девушкой, и начала третий фрагмент. В этом фрагменте в основном небо, море, тут, то есть будет очень быстро идти работа, но я сейчас занята другим проектом. Ну, в общем, что хотела сказать. Прокушенный палец не помешал мне заниматься своим любимым делом. Я повышивала с большим удовольствием, очень активно, очень много. Но на море я эту работу не брала, потому что это вот такой вот огромный чемодан. Поэтому я брала маленькую вышивочку. Так, и сейчас еще покажу вам вязаный процесс. Вяжу для Сашиной мамы кофточку из Газал Бэби Вул, вот такого прелестного абрикосово-персикового цвета, цвет номер 834. Пряжа очень многим знакома, у меня есть обзор пряжи на канале, я ссылку оставлю. И вяжу кофточку. Кофточка будет удлиненная, даже скорее туничка, со спущенными рукавами и круглой горловинкой. И украшена эта прелестная кофточка будет японским узором. Так, господа, у меня стала шалить камера, у меня почему-то отключается видеозапись, и я этого не обращаю на это внимание, потому что я не вижу, да, ко мне телефон стоит задней панелькой, поэтому я продолжу про кофточку рассказывать. Из книги 250 японских узоров я взяла самый первый узор. На самой первой страничке он очень красивый. Вот. Я его постараюсь растянуть, потому что, ну, видите, у меня не очень удобно расположены спицы. И, ну, достаточно не очень удобно показывать. Вот такая вот вещь, такая красота. Вот. Вяжу на спицах номер 3. В круговом вязании этот узор очень классно ложится. Он, наверное, даже рассчитан на круговое вязание. Я вот так на себя приложу, чтобы показывать. Но этот узор достаточно насыщенный. Там множество накидов. 2 вместе, 3 вместе, налево, направо. Легкий, да, потому что там нет никаких пупырок, никаких каких-то странных обозначений, но он достаточно коварный, нужно очень внимательно за ним следить, если вы его будете вязать, потому что там бывает такое, что в каждом ряду накиды и убавки, а потом появляются ряды, где нет накидов и убавок, они как бы изнаночные, повторяют вязание по рисунку, поэтому нужно быть очень внимательным и четко следить за схемой. В обратно-поворотном вязании, вероятно, тоже можно этот узор исполнять, но, опять же, надо следить за схемой и смотреть, что у вас получается. В общем-то, вот такая вот красотища. Мне очень нравится. Возможно, я сниму мастер-класс на этот узор, да, для тех, кто новичок и кто тяжело читает схемы, кому тяжело, да, управляться со схемами, и кто вяжет по видео мастер-классам, но я ничего не обещаю. Возможно, что я возьму себя в руки и сниму видео мастер-класс. У меня, кстати, лежат еще заготовки на мастер-классы по узорам, но пока не берусь, пока очень жарко. А я тут еще из полушерсти вяжу. Ну, в общем, не знаю, девчонки, ребята, вы вяжете, вы вышиваете, вы вообще занимаетесь творчеством или все в огородах, консервациях и умирают от жары. Вот мне интересно, это я одна такая вот хомяк, которому очень хочется вышивать, вязать даже в любую погоду. Так, сейчас я проверю камеру и расскажу вот про эту гору ткани. Так, с камерой все ок. Я, наверное, буду еще разочек проверять, а может и нет. Просто мне очень обидно. Я уже один раз сняла ролик до самого конца, и у меня оборвалась запись на середине, и отключилась камера. Обидненько. Итак, что это за гора ткани? У меня, конечно, есть вон там в углу просто невероятно огромный короб с тканью, но там как по обыкновению, хомячьему, там нет нужной. Итак, что же это за ткань? Ткань — это на простыне. Как вы видите, я сижу на кровати в Диминой комнате, и это кровать для сына. Мы ее купили перед отъездом в отпуск, и теперь ее нужно укомплектовать простынями, потому что он еще маленький, и ночью случаются конфузы, поэтому
мама Женя будет шить простыни. Простыни, прям простыней будет достаточно много, поэтому ткани было закуплено тоже много. Почему не купить их готовые? Потому что я не очень люблю готовые простыни, которые вот отдельно продаются или в наборах, да, на полуторной кровати. Они как-то так куца пошиты, что после стирки они еще и подсаживаются, и все. И длины не хватает. Поэтому я решила пошить самостоятельно. Тем более, что как бы для меня это не проблема. Вот, почему не купить полный набор? Ну, я тоже пока не вижу в этом смысла. Он еще маленький. В маленькой кровати ему, конечно, еще тесно, но на большой кровати он будет накрываться пледиками, маленькими еще одеялочками. Вот, поэтому я решила, что пока что полный набор нам будет ни к чему. А если что, я из этой ткани тоже пошью там пододеяльник на большое одеяло и наволочки. В общем, будем творить и вытворять. Вот, покупала ткани я только на простыни, но я думаю, что либо я, если повезет, я докуплю. Вот. А если не повезет, то просто будут разные наволочки, разные пододеяльники. Ну, в общем, я думаю, что это не проблема. Главное было бы на чем спать. Итак, вот такая гора ткани. Сейчас буду показывать принты. И просто удивляться, почему я не ребенок. Я бы тоже на таком спала. В общем, вот такая красота. Дима выбирал сам. Вот как не быть ребенком с такими красивыми простынями, расскажите мне. Вот, машинки, его тема. А сейчас я вам покажу свою тему, без которой я не могла уйти из магазина тканей. Сейчас. Ну вот, посмотрите, какая вязальщица ушла бы без вот этой ткани, да, из магазина. Рыжий кот, да еще и с клубочком. Вот как? Я бы сама на таком спала в постели. Жалко только ткань полуторная. Заморочена будет шить комплект на большую кровать. В подобном стиле я еще нашла вот таких енотиков, лисичек и совяток. Я тут вся запуталась в ткани. Ну вот как не быть ребенком с такой красотой? Расскажите, пожалуйста. Я не знаю. Ракеты? Мы в космос полетим, господа. Ну и, конечно же, вот такая милота. Ёжики, лисички, медвежатки, оленятки. Просто невероятной красоты ткани. И, конечно же, я купила еще и ткань для комплекта на большую кровать. Дело в том, что хотелось найти семейный комплект из хорошего сатина. Не то, что написано сатин, а там внутри какой-то полиэстер непонятный, вообще странного плетения. Хотелось найти хороший хлопковый сатиновый комплект семейный. Потому что у нас с Сашей разные температурные режимы и нужны разные одеяла. Поэтому нужны два пододеяльника. Хотелось семейный комплект из сатина, но либо их нет, либо они есть, но они от 5, а то и от 7 тысяч за комплект стоят. Поэтому, зайдя в магазин и увидев ткань по 340 рублей метр, я купила на 3400, 10 метров, и буду шить комплект сама. Расцветка мне очень понравилась, она была единственная в магазине из сатина, но она очень приличная, очень нежная, вот такая вот, с узорами, серенькая. Вот. В общем, в июле ждите новости со швейных полей, потому что я не вылезу из-за швейной машинки, пока все это не перешью. Да-да. Вот, а вообще у меня там еще масса ткани в коробке. Я залезу, посмотрю, что там. Возможно, там тоже найдется на какие-нибудь, возможно, наволочки или что-то еще ткань. Поэтому июльский готовый, да, июльский ролик о готовых работах, будут новости со швейных полей, и, возможно, будет закончена вот эта работа. Это не точно, но я очень буду стараться. Конечно, до конца июля совсем ничего времени, но я успею. На этом сегодня все. Я желаю вам творческого вдохновения даже в такую жару, как сейчас стоит. А сейчас я пойду охлаждаться холодненькой газировочкой.
С вами буду сегодня прощаться. До новых встреч, новых видео. Всем пока!